целях усиления охраны саксауловых насаждений природоохранники и полицейские проводят регулярные рейды. Данная мера продиктована угрозой исчезновения этого и без того редкого растения. Первая же машина, которую останавливают полицейские, оказалась под завязку, груженная саксаулом. Я везу этот груз из Кумкента. У меня и квитанция об оплате на почте есть. Все по закону, ведь вырубка старых деревьев, поврежденных вредителями и болезнями, пока разрешена. Мы ими дома топим. В ходе рейда полицейским попалась еще одна машина, у владельца которой на руках оказались все необходимые документы. Так как в обоих случаях документы были оформлены должным образом, инспекторы-природоохранники отпустили их владельцев. А эти три большегрузных зила браконьеров по решению служителей Фемиды Сузакского района теперь должны перейти в собственность государства. Промышлял саксаулом, будь готов распрощаться с машиной. С решением суда абсолютно согласны и природоохранники. В ходе рейда были задержаны 10 граждан, приехавших на трех автомашинах ЗИЛ и вырубавших саксаул. Дела по этим 10 гражданам были направлены в суд, но они с решением суда не согласны. Только за 2013 год в Сузаке сотрудники органов внутренних дел задержали 12 браконьеров, промышлявших вырубкой саксаула. В этом году зафиксировано уже 3 таких факта. Мы регулярно проводим природоохранные мероприятия. С начала года было зафиксировано 12 случаев незаконной вырубки саксаула. Машины всех нарушителей пока до решения суда отправлены на штрафстоянку.